большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области безоблачно и без осадков, морозно, температура воздуха в дневное время минус 16, минус 19, ночью 19-23 мороза. Ветер северный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду, атмосферное давление повышенное. В Сызрани солнечно, днем 16 градусов с минусом, ночью 19 ниже 0, ветер северный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 16, ночью минус 19, северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно, днем минус 17, ночью минус 21, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.